Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников культуры с их профессиональным праздником. «Уважаемые работники культуры Подмосковья, поздравляю вас с профессиональным праздником. Благодаря вашему труду, ответственности и увлеченности любимым делом сохраняется и приумножается культурное наследие нашей области. Хочу выразить вам самую искреннюю признательность за профессионализм, самоотдачу, высокое служение и преданность своему призванию. От всей души желаю добра, здоровья, вдохновения и успехов». «28 марта с 14 до 17 часов глава Ленинского муниципального района Олег Хромов проведет прием граждан сельского поселения Булатниковское. Запись на прием по телефону 8495-549-3784. Управляющая компания «Совхоз имени Ленина Плюс» информирует жителей о начале мероприятий по бесплатной замене окон в жилых помещениях многоквартирных домов. По решению правительства города Москвы, указанные работы входят в состав проекта строительства новой развязки. Заявки на выполнение работ принимаются до 1 апреля 2016 года. Работы проводятся за счет средств бюджета города Москвы. Замене подлежат только окна, выходящие на МКАД, Кашевское шоссе. «24 марта в рамках групповой стадии финального этапа первенства детско-юношеской баскетбольной лиги России «Спарта» и компания провела матч против «Ладоги» из Санкт-Петербурга. Наши девушки захватили комфортное преимущество уже по результатам первой четверти, увеличили отрыв к большому перерыву и стабильно провели вторую половину, одержав итоговую победу со счетом 53-66.